Кольцо около рощи в Чебоксарах заработало в режиме турбо. Здесь нанесли новую дорожную разметку. По правой полосе только направо, по средней прямо и направо, по левой прямо и налево. Таков принцип работы турбокольца. Как показывает статистика, этот способ движения безопаснее. Так называемых конфликтных точек становится меньше и быстрее. За час по кольцу смогут проехать от 3 до 5 тысяч автомобилей. Данное предложение было высказано на комиссии по безопасности дорожного движения. Было поддержано комиссией. Также был проведен опрос на сайте администрации города Чебоксаров, ну, исходя из которого 68% опрашиваемых поддержали эту идею. Посмотрим опыт внедрения здесь. И, конечно же, да, при положительном опыте будем внедрять такую разметку, внедрять турбокольцо на других кольцах нашего города.